Волну здоровья не остановила дождливая погода. Перед главной сценой прошел самый здоровый флешмоб. Волонтеры говорят, что согреться в этот день помогают танцы и теплая дружеская атмосфера. У многих есть свои рецепты хорошего самочувствия и отличного настроения. Правильное питание. Бегать по утрам, заниматься спортом, все-таки радоваться. Вставать пораньше. Главное еще улыбаться часто. Это тоже придает какой-то настрой. Акция, посвященная здоровью, зародилась на Самарской земле 11 лет назад и уже через год обрела всероссийский масштаб. Сегодня это теплоходный маршрут по городам Поволжья с лучшими врачами страны на борту. В программе акции – концерты и спортивные мастер-классы. Но главное – первоклассные врачи помогают тяжело больным детям. За 10 лет было принято более 10 тысяч человек и просто спасены конкретные детские жизни. В этом году у нас еще гинекологи, то есть это вопрос репродуктивного здоровья женщин, которые, ну, в силу обстоятельств пока не имеют детей. И впервые приехали урологи в этом году. Пока на футбольном поле проходит товарищеский матч, на набережной работает мобильный центр медицинской профилактики. Здесь все желающие могли измерить рост и вес, давление и объем легких. Главная рекомендация врачей, чтобы быть полными сил и здоровья, нужно больше двигаться. Движение – это жизнь. Поэтому я постараюсь, во-первых, работать за компьютером, все-таки сидячий образ и дома, большого движения нет. Поэтому двигаюсь, чтобы поддерживать свое здоровье, чтобы не терять свою активность, активную жизненную позицию, бодрость духа. Ходьба, как и любое циклическое движение, укрепляет сердечно-сосудистую систему. Это разношенная обувь и одежда по погоде. Не нужно никаких сложностей. Найти свой маршрут. Маршрут здоровья можно в каждом городе, чтобы укрепить сердечно-сосудистую систему. Пройти по набережной, укрепить здоровье и получить консультацию доктора на свежем воздухе. Проект «Прогулка с врачом» проходит в Самаре уже не первый год и, как всегда, собирает множество участников. Несмотря на дождь, жители пришли на прогулку с врачом. Акция называется «10 тысяч шагов», и это не случайно. Именно столько, 10 тысяч шагов, рекомендуют делать человеку в день, чтобы оставаться здоровым. Ну и сегодня задать свои вопросы врачу может любой желающий. Александр Владимирович, что нам нужно делать, чтобы в эту погоду остаться здоровым и не заболеть? Во-первых, я бы рекомендовал одеваться в погоде. Во-вторых, соблюдать рациональный двигательный режим, то есть двигаться, не стоять примерно так, как мы сегодня. И третье, ни в коем случае не следовать мифам, не использовать для согрева такие яды, как алкоголь и наркотики, которые, безусловно, ведут к болезни. Волна здоровья также накроет Балаково, Саратов, Волгоград и Астрахань. Акция завершится 6 сентября. Алина Чемерис, Константин Головин. События.